Доброе утро. Я только проснулся. Вчера вечером мне Ольга делала проработку. Вот именно вчера вечером я почувствовал какую-то магию. Сейчас я проснулся, я чувствую себя реально классно. Но, блин, проработка реально очень классная была. Ольга, большое спасибо вам за проработку. Вот когда вы меня проработали, у меня открылся поток энергии внутренней. Вот эта вот энергия, она как будто была энергия, отвечала за все, за любовь, за счастье, за радость, как будто вот всемогущая энергия. И тогда я уже как-то мог управлять ее, я почувствовал, где она находится. Вот знаете, как будто чувство счастья, оно где-то у вас закрыто. И Ольга у меня открыла это чувство счастья и вот показала, вот оно где находится. Вот ты знаешь, где оно. Вот теперь бери и черпай туда энергию. Вот хочешь быть счастливым? Вот, пожалуйста, вот. И вот это классно, вообще нереально. Я понимаю то, что вот эта вот энергия, она всегда есть в нас. И реально, крутой гипнотерапевт может ее открыть, может убрать что-то, что блокирует вас к этой энергии. Это очень круто. Ольга, вы очень большой специалист, потому что вчера вам удалось убрать у меня вот это вот. Вчера я с каким запросом пошел? Мне реально хотелось умереть. Я вот сижу, и мне мысль приходит, блин, хочу сдохнуть. И такие мысли мне посещали часто. И вчера мы поубирали с Ольгой части, которые давали мне эти мысли, эти ощущения. И мы реально убрали их, и вместо них ничего нет. Вот реально, была вот штука, которая заставляла меня думать то, что я хочу умереть. И теперь там ничего нет. Теперь там хорошее что-то, светлое. Но вот я чувствую то, что там все классно теперь. Как будто все стало на свое место. Ну, волшебство же. Реально классно. Я не знаю, что еще сказать. Только большое спасибо и... Классная проработка.